В зале Кумыкского театра состоялось открытие нового концертного сезона симфонического оркестра Дагестана, в котором приняли участие известные музыканты, лауреаты российских и международных конкурсов. Среди них Мария Немцова, Виталий Ватуля и Артем Шишков. Их выступление, ставшее настоящим подарком для дагестанского ценителя классической музыки, прошло в рамках благотворительного проекта «Музыка за мир». Отмечу, что с 2010 года уже прошли свыше 150 концертов и мастер-классов в 17 странах, пострадавших от войн, терроризма и стихийных бедствий.